Затяжные зимние праздники нередко сбивают режим дня. В свою очередь, сон до обеда и частые застулья приводят к отечности и лишним килограммам. Как перестроиться на свой обычный распорядок дня и вернуть форму без мучений, изнурительных голодовок и выматывающих тренировок в спортзале? На самом деле, совет тут один, максимальный. Быстро вернуться в свой привычный рабочий режим. Чем быстрее вы начнете есть так же, как раньше, чем быстрее вы начнете выстраивать режим такой же, как раньше, тем быстрее все эти лишние излишки воды или излишки жира, они уйдут. При правильном питании и устоявшемся режиме дня организм сам справится с отеками от жирной и соленой еды. А разгрузочные дни только усугубят проблемы с пищевым поведением, утверждает Анастасия Егорова. Когда вы резко наелись, потом хоп, перестали есть, потом опять, значит, можно наесться и опять перестать есть. Но так же в жизни не происходит, ну, не должно происходить. Поэтому максимально убираем из головы всю вот эту вот шелуху, которую нам навязывают, да, и просто внедряемся в обычную жизнь, в обычную. Вес вернется со временем, он потихонечку вернется к своим исходным данным. Не забывайте и про физические нагрузки. Полезнее всего после праздников гулять на свежем воздухе. Но нужно быть аккуратным, поскольку первая рабочая неделя в этом году выдастся аномально холодной. Столбики термометра могут опуститься до минус 25 градусов. Гулять надо каждый день. Также, независимо от того, что у нас за день, единственное, что сейчас реально аномальные холода, поэтому будьте аккуратнее. Главное, чтобы не обморозить себе, не нанести себе какой-то вред. То есть одевайтесь тепло, мажьтесь солнцезащитным кремом, обязательно кремушком против обветривания, и будет вам счастье 100%. В такую погоду диетолог рекомендует включить в свой рацион здоровые животные жиры, мясо, рыбу и молочные продукты, а также не забывать поддерживать водный баланс в организме.